В супермаркетах Краснодона появилась тюменская продукция. Варенье из шишек, морс из сибирских ягод, тушенка из оленины и газированная вода из артезианской скважины. Для местных жителей это по-настоящему эксклюзивные товары. В день старта продаж для покупателей устроили дегустацию. У всех желающих была возможность оценить достоинство продуктов перед покупкой. Попробовала тушенку, очень вкусная. Прям чувствуется, что настоящее мясо. Водичка тоже хорошая. Нет, я сладкое не ем. Одна из наших фишек, один из наших специалитетов – это натуральная минеральная вода, которая добывается из скважины на территории одного из наших санаториев. Скважина глубиной более 1000 метров. Это натуральная вода без каких-то дополнительных добавок. Вопрос сотрудничества Тюменской области и подшефного Краснодона в сфере торговли обсуждался на совещании в Минпромторге ЛНР 22 мая. Участники совещания оценили свыше 20 объектов потребительского рынка региона. Также изучили ассортимент, цены и географию поставщиков.